Новая взрослая поликлиника нужна старому осколу. Такой вывод по итогам поездки в округ сделал министр здравоохранения региона Андрей Конников. Строительство объекта и капитальный ремонт здания дневного стационара, по словам чиновника, уже включены в федеральную программу. Сейчас идет согласование с Министерством здравоохранения России. Все хорошо. Ну, не вижу тогда здесь, что самое основное – это стены, не совсем. Ремонт. Поставили на... Желательно расширить. Новую программу. Ну, согласен, как бы здесь вас много в одной комнате. В одной палате. Но в рамках дневного стационара это допустимо. Модернизация первичного звена, который новый у нас проект будет, мы сейчас поставили на ремонт и согласованность с Министерством здравоохранения. Это здание с 26-го года полетит. В ходе рабочей поездки в Старооскол Конников пообщался не только с медиками, но и с пациентами. По словам министра, за год финансирование льготного лекарственного обеспечения староскольцев выросло практически в два раза – с 234 до 404 миллионов в год. Цитата: «Лекарства для льготной категории есть. Жалобы, с которыми ко мне периодически обращаются пациенты, в основном связаны с организационными моментами, над которыми будем работать». Самое главное – отношение, питание. Очень хорошо относится. Чтобы питание было хорошее. Хорошее лечение за счет того учреждения, вы ничего не покупаете? Не покупаем. Нет, ничего. Я, правда, второй день тут, ну нормально, все хорошо. Из проблем глава Минздрава обозначил нехватку кадров в онкологической службе и рост смертности. Свой следующий приезд в округ министр пообещал посвятить детальному разбору показателей и выработке стратегии повышения качества оказания медпомощи и, как следствие, продолжительности жизни староскольцев.